куда вы заедете сейчас, во-первых? Во-вторых, заезд с той стороны. Выясняется, что в случае какой-либо ситуации у нас через эти ворота пожарная техника заехать не сможет. Только заехали во двор и сразу же столкнулись с препятствиями. Сначала охрана долго не открывает ворота, а после путь преграждает стройка. Охранники оправдываются, мол, нас никто не предупреждал. Спасатели парируют, они и не должны. Если проезду пожарной техники мешают транспортные средства, то в этом случае с нами на мероприятие выезжают сотрудники полиции, которые в дальнейшем вызывают эвакуатор и эвакуируют транспортные средства и привлекают, соответственно, уже по своей статье. Во время рейда по дворам многоэтажек сотрудники МЧС совместно с ГИБДД проверяют возможность проезда спецтехники. Непреодолимые препятствия подстерегают повсюду. А в этом дворе пожарная машина не может проехать из-за неправильно припаркованного автомобиля. Он занимает практически всю дорогу. По словам пожарных, чаще всего преградами на пути спасения становятся не только автомобили, густо припаркованные во дворе, но и узкие дороги возле новостроек. По нормативам ширина проездов должна быть не меньше 3 метров. Спасатели приводят печальную статистику. Ситуации, когда техника не доезжает до места ЧП, в 80% случаев происходит по вине жителей. Ну, так как машина имеет большие габариты, соответственно, не везде она может проехать. Если водители своих личных автотранспортов не будут загромождать проезды, это облегчит жизнь, так сказать, не только водителям пожарных машин. Некоторых жильцов ситуация не на шутку беспокоит. Вы вечером приедете, тут вообще плюнуть негде будет. Скорая помощь-то проехать не может к подъезду, если в случае чего кто-то заболел. Ситуации, когда спецтехника теряет драгоценные минуты, случаются нередко. Так, во время жуткого пожара в многоэтажке на улице Союзной в Екатеринбурге пожарным не удалось подъехать ближе к дому, чтобы установить лестницу. Разместить технику помешали припаркованные около многоэтажки автомобили. Мужчина, пытаясь спастись самостоятельно из горящей квартиры, упал с 19 этажа и умер по дороге в больницу. А это Краснодар. На вызов скорая помощь приехала беспрепятственно. А вот выехать из двора к другому пациенту получилось только через 30 минут. Автомобили, оставленные в неположенном месте, перегородили дорогу. К пациенту с угрожающим жизнесостоянием отправили другую бригаду, но время было потеряно и состояние больного ухудшилось.